Приветствую вас, друзья мои! Статуя Зевса, которая датируется 2 веком до нашей эры. А значит, мы с вами находимся на еще одной античной вилле Рима – вилле Квинтили, которая находится на Аппиевой дороге посреди зеленых полей. В свое время это была огромная вилла, самая большая из всех пригородных вилл, после виллы Адриана, которая находится в Тиволи. Эта вилла была настолько велика и руины настолько обширны, что в прошлые века считалось, что здесь существовал город, которому было дано название Старый Рим. А правили этим городом 2 брата Квинтили, принадлежащие к сенаторскому семейству. Ребята, это еще один археологический объект, который вы сможете встретить, прогуливаясь по Аппиевой дороге. Центральный вход на виллу находится на улице Апия Нова, где вы сначала сможете пройти небольшой музей, а потом прогуляться по вилле. Но есть и дополнительный вход на виллу, и находится он именно на Аппиа Антика. В маленьком музее можно рассмотреть мозаику, фрагменты архитектурных украшений, монеты. Правда, здесь собрана малая часть находок. Основная часть находится в музеях Ватикана и на вилле Турлония. С 1797 года эта вилла принадлежала семейству Турлония. И все, что было найдено на вилле в их время, осталось в их семейной коллекции. Вилла Квинтили была очень богатая, с мозаикой, подогреваемым полом, бассейном, фонтанами, театром, эподромом и со своим собственным отдельным акведуком, который подавал чистейшую воду на виллу. Были и завистники у братьев. Вот, например, император Комод так впечатлился красотами виллы, что приказал убить братьев Квинтили, желая овладеть богатством. Здесь всегда мало народу. Прогуливаясь по вилле, у вас будет возможность прикоснуться к истории и порадовать себя прекрасной прогулкой по чистому воздуху. Археологические раскопки на вилле до сих пор продолжаются. Археологи утверждают, что здесь спрятано что-то большее, чем большой цирк Чирко-Массимо. Ребята, а это как раз вид на Аппиевую дорогу с виллы Квинтили. Верхняя терраса, которая теперь доступна, считается одной из самых популярных точек археологической виллы. Something. I read about it. It was something the farmhouse was built on. Это единственная цистерна виллы. Именно отсюда вода поступала уже на виллу. Andiamo, dai. Ребята, а это небольшой кусочек видео с прогулки по району Трастевере. Район Трастевере в Риме считается самым колоритным районом города. В региональном парке, недалеко от Рима, есть прекрасное место – парк приключений, где можно прекрасно провести время с детьми. Здесь развешаны пешеходные мосты, лианы, всевозможные лестницы. Дети могут лазить в полной безопасности и, конечно же, с хорошей страховкой. Разработаны маршруты разной сложности, как для маленьких деток, так и для больших. После активного отдыха можно воспользоваться площадками для пикника. Ребята, сейчас мы находимся в региональном парке Валле-дель-Трейя, охраняемый заповедник Владцы. Хоть он и не очень большой, но имеет важные геологические и исторические ценности. Сцены рекламных роликов и фрагменты фильмов, снятых здесь, очень часто мелькают на итальянском телевидении. Особенно красиво здесь на закате. Находясь здесь, кажется, что ты находишься наедине с природой, и слышно только шум падающей воды. Чтобы поближе познакомиться с обитателями этого замечательного заповедника, сюда лучше приезжать осенью или весной. Прогуливаясь, здесь можно встретить лис, ежей, куниц, дикообразов, а также здесь очень богатая флора. Для любителей полюбоваться этими местами работники заповедника проводят экскурсии. Ну а летом сюда приезжают желающие спрятаться от палящего солнца. На территории этого заповедника есть небольшой и замечательный городок Кальката. К сожалению, в этот раз мы не доехали до него, хотя он находится всего в 10 километрах от этого места. Но у меня на канале есть небольшое видео оттуда. Кому интересно, можете посмотреть. Вставлю в конечную заставку. На этом я буду прощаться с вами. До новых видео, друзья!